зал достаточно, при том, что 750 мест, это достаточно много, он получился камерным, вы видите, да, то есть вот, стоишь на сцене и видишь, что сцена гораздо по объему больше, масштабнее, чем зал. Вот, достигается за счет того, что, значит, у нас три яруса, то есть бельэтаж и два балкона, вот, и поэтому самый высокий балкон там достаточно высоко. На самом деле на третьем балконе я лично садился в каждое кресло, чтобы понять, насколько комфортно будет зрителю, давал какие-то указания. Вот, в частности, значит, поручни, барьеры, вот они, значит, появились здесь по, как бы, моим требованиям в плане обеспечения комфорта и безопасности. Вот. И, соответственно, я на каждом кресле я слушал, как вообще распределяется звук. Ну, на высоте второго яруса, балкона второго яруса, достаточно, конечно, нам смотришь сюда уже, то есть очень высоко, артисты, небольшие фигурки, но звук прекрасный, звук прекрасный. То есть можно закрыть глаза и слушать. Так я говорю. То есть зал функциональный. Мы все говорим филармония, филармония, но вы сегодня сказали, что это больше музыкальный театр. Да, ну по своей компоновке, посмотрите. Это большая глубокая сцена театральная. Кстати, по своим габаритам она больше, чем в драматическом театре. Это посмотрите, сколько линий освещения света сценического. Посмотрите, есть поворотный круг, есть авансцена и плунжерный механизм, она опускается, и там, значит, у нас устраивается симфонический оркестр. Это сцена театра оперы и балета. И вообще весь компоновка его – это музыкальный театр. На какие надежды возлагаю? Да? Самое главное – это мы, значит, создали организацию «Пензоконцерт», которая будет работать в ином формате. Значит, безусловно, она будет заниматься просветительской деятельностью, ну, по факту, любой концерт, любое выступление коллектива, исполнителя – это уже просветительская деятельность. Вот. Но она будет еще и заниматься серьезной работой по созданию концертных программ, творчески сильного продукта, конкурентоспособного, способного выдержать, собственно, состязания с другими творческими коллективами, ну, Российской Федерации. Культура на месте не стоит, и если говорить о повышении, значит, уровня общей культуры нашей, да, которая скажется везде, на образовании, в науке, значит, на производстве, да, в быту, в строительстве, то, безусловно, шаг вперед, и огромный шаг вперед, подчеркиваю, Пенза сделал в этом направлении. Это надо сказать точно и определенно. Сегодня очень многие исполнители, талантливая молодежь, она, конечно, ищет возможность реализовать свои, так сказать, таланты на стороне. Ну, Москва, Питер, там, города, мегаполисы. Значит, так вот, сегодня в Пензе есть все условия для того, чтобы эти таланты были реализованы на пензенской сцене. Абсолютно все. Я уже познакомился и переговорил с ведущими артистами российской эстрады, с продюсерами. Значит, они оценили самую высокую оценку поставили нашим ресурсам, нашим возможностям. Более того, значит, такой зал, как киноконцерт, вообще в Приволжском федеральном округе нет. Это редкость для других федеральных округов, значит, для других больших городов. Вот. А здесь, значит, в плане акустики, в плане вообще оборудования акустическими световыми системами, в плане вообще, так сказать, компоновки зала, первое, что говорят артисты, говорят: боже мой, как красиво. То есть оценки самые высокие. Поэтому пройдет год, два, три, да, и в составе Пензоконцерта появится, а мы создали услугу. У нас теперь конкурсный отбор ежегодный, у нас теперь срочный договор, да, то есть мы создали условия, когда молодые, талантливые, сильные кадры, да, они смогут здесь, так сказать, уже устраиваться и начинать работать. Понятно, что мы не обидим, значит, наши коллективы, это понятно, да, существующий состав солистов, будем со всеми работать, потому что вообще артистам надо кланяться пояс за то, что они делают большое дело. Вот. Мы понимаем их роль, их миссию, их значение, поэтому здесь не будет скандалов. Будет, но диалог постоянный будет во имя повышения квалификации, во имя более, так сказать, достижения, ну, лучших профессиональных показателей, как мы говорим. Да? И главным образом мы существуем и работаем для вот этой части, которая будет приходить, вот во имя их. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы здесь был... Здесь жило искусство, настоящее искусство. Мы это постараемся сделать.